Радостное и долгожданное событие празднуют более 500 от ребятишек и их родителей. В микрорайоне Жайла у школы не было. Местная детвора отправлялась за знаниями в центр города. Теперь эти трудности в прошлом. Раньше мы детей отправляли в город, переживали за них, ведь дорогу с интенсивным движением опасно переходить. Сейчас мы радуемся за наших детей. Теперь можно будет не беспокоиться за них. Спасибо большое за это. Строительство учебного заведения началось в январе. На эти цели из бюджета было выделено 400 миллионов тенге. Средства потрачены не напрасно. В школе на 300 учебных мест есть спортзал и столовая. Нам нужны школы на 300, 600, 900 и на 1200 учебных мест. Их вместимость зависит от количества местного населения, поэтому в каждом микрорайоне или жилом массиве. Мы учитываем эти цифры. В следующем году мы планируем открыть школы и в других отдаленных микрорайонах Шымкента. Учебное заведение было открыто в честь предстоящего Дня независимости. Азиз Мурзабаев, Талгат Примкулов, информационная служба телекомпании «Отрар».